Привет! Сегодня я покажу вам дорогу до тренажерного зала. С моего рабочего места в тренажерный зал. Поехали! Движемся по модулю MLM. Залетаем в американский сегмент. Hi, Jazz! Enjoy food! Здесь налево. А тут вот надо повернуться под 90. И вот наш тренажерный зал с самым лучшим видом на землю, который только может быть. Вот самый красивый модуль, это, конечно, модуль купола. Отсюда открываются самые красивые виды на землю. Вон, смотрите, она под нами проплывает, облака, Тихий океан. И вот прямо здесь такое вот окошко у нашего тренажерного зала. Да? Тренажер, силовой нагружатель, в котором мы регулярно тренируемся, чтобы поддерживать в форме свои мышцы и кости. Дальше отсюда американский сегмент, продолжаем вплывать, это вот самая непривычная часть, которую я до сих пор не могу привыкнуть. Вот смотрите, мы вроде как внизу пол, да, но нет, это вот на потолке, если смотреть вот так вот, это туалет, поэтому чтобы в него пойти, мне нужно развернуться на 90 градусов. Оп. Теперь пол у меня вот здесь. Вон, видите, где мы были только что. И, соответственно, тренажер на стене находится, а не на полу. Но зато на полу расположен туалет. Адекватно, привычно. Но дальше мы передвигаемся, и что мы видим? Мы видим беговую дорожку, которая на стене. Если нам хочется на ней побегать, нужно снова повернуться под 90 на стенку. Оп, и теперь мы на беговой дорожке. К этому на самом деле сложно привыкнуть. Голова до сих пор идет кругом, и можно даже в знакомом месте заблудиться, потому что ты не сориентировался, где пол, где стена. И на самом деле ориентируешься по стене, думаешь, что это пол, и из-за этого удивляешься сам себе и получаешь такое необычное, неприятное состояние дезориентации. Итак, с беговой дорожки мы поворачиваем вот сюда, и это модуль Node 1, и под 90 у нас с вами экран для просмотра фильмов, поэтому мне нужно сориентироваться ногами в другую плоскость. Оп. И вот так вот будет привычнее. Вот американский сегмент, вон туда модуль Lab. И наш корабль, пристыкованный к верхнему порту Node 2. Здесь столовая американского сегмента. Дальше переходный модуль EMA. Да, вот здесь условная граница российского и американского модулей. И мы через такой тесный проходик, который завален сумками, влетаем в российский сегмент. Вниз модуль NIM-1. Вперед дальше модуль ФГБ. Здесь хранятся грузы. Здесь вот зона умывания наша. Morning. Hello.